тенистая аллея. Для джипа выглядит примерно так. Самаркандские камни. А горы все выше. Лим-пам-по, 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 лим-пам-по. Короче, ты задним ходом умеешь ехать? Нет, только вперед. У нас здесь, по ощущениям моим житейским, бытовым, вот единственное место, где мы могли бы развернуться. Но, как Саша говорит, вперед, только вперед. Вот здесь как ты будешь проезжать? Вот мне скажи, пожалуйста. Я не знаю. Я просто хочу выключить камеру сейчас, чтобы не было у вас пи. А дальше смотри, ты вот, окей, хорошо, все. Я вот так держусь уже, держусь, видите, мышцы напряжены. Саша смотрит под ноги. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вообще в машине сидишь, конечно, вот сейчас мы преодолели какую-то дилибердацию. В машине джип, конечно, так не чувствуешь, но в окно ты видишь, куда ты сейчас наезжаешь и что ты проезжаешь. Короче, дальше пауза, потому что тут надо думать, походу.